8062, шановні сябри, короткий номер для ваших смс. Это перший національний канал Белорусского радио. Наша программа так и называется «СМС-эфир». Так что приймаем ваши самые наиболее теплые слова. И не жившим сегодня светлый день поцелунков. Вот что я прочитала у Википедии только что. Родина Всемирного дня поцелунков. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце 19 века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь... праздник, как одно из проявлений любви. В конце 20 века из-за любви к поцелуям праздник был утвержден Организацией Объединенных Наций и получил статус международного. 6 июля в ряде городов по всей планете Всемирный день поцелуя знаменуется проведением праздничных мероприятий, конкурсов, соревнований, так или иначе связанных с филимонтологией. Боюсь даже сказать, что это такое. Ну, что-то наука о поцелуях, наверное. Среди участников акции нередко разыгрываются призы за самый долгий поцелуй, за самый красивый поцелуй, за самый необычный поцелуй. Ну, вот эти призы, по-моему, вручаются, насколько я знаю, актерам, вот, когда в фильмах используются поцелуи, конечно, и вот эти призы за самые долгие, за самые красивые, по-моему, есть точно призы. Ну, и, кстати, уважаемые друзья, отмечается праздник поцелуя, день поцелуя ежегодно 6 июля и 12 июля, так что, если вы не успеете отметить сегодня, то 12-го у вас еще будет шанс. Ну, а мы зараз с вами, шановные сябры, послушаем песню в исполнении Алены Свиридовой, которая называется «Давай целоваться». Так что усим целоваться на здоровье. Я еще раз нагадаю, короткий номер для ваших смс 10-62. Твоей